Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. 17-й день, забираем с тобой 30 монет Одина. Так, это только начало. Это, ребята, только начало. Ну что? О, вот это, кстати, хорошо, что он мне принес. Как раз эти штуки мы с тобой собираем. Так, тыква. Ну-ка, нашли? Нашли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 штук осталось найти, а дней осталось 9. Успеем ли мы? Так, ветрокрыл, ты пока подожди, мы тебя обязательно отправим на дальнейшие, так сказать, поиски. Так, ну вначале, наверное, разберемся с нашими драконами. Так, соберем тут все ресурсы, какие только можно. Так, ну а вы что? Сарделька, что там у тебя? А ну-ка, ну естественно, 4 руны, понятное дело. Что еще можно от сардельки ожидать? Барсик, наверное, то же самое. Пойдет к Валке, дает мне... А, он мне ничего не дает, он просто летит. Ну, а ты? Шестеренки. Нет, яйцо. Ну, это обычный пристеголов, поэтому, ребят, обольщаться тут не стоит. А этот у нас полетел на ремонт. Ничего себе, ремонтировать он тут что-то захотел. Ремонтник. Так, ну, здесь мы забираем корму. Здесь у нас наверняка гнездо 100% или что-нибудь. А, нет, руны. Выдает нам руны. Так, этих надо тоже, ребята, отправлять сразу же за древесиной. И этого за рыбой. Пускай летят. Так, 100 железа. Давай, парень, за рыбой. Ты, наверное, у нас полетишь. Ну, пускай тоже летит за рыбой. Яркий ужас за древесиной. Этот у нас за рыбой. Так, шторморез получил уровень. Уровень. Ну что, попробуем. 500. Так, ребят, как раз хватает. Слушайте, ну что же я вам скажу. Еще один дракончик у нас скоро будет 112 уровнем. И это меня радует. Опа, это что такое новое что-то, ребята? Какие-то фигурки он мне принес. Так, модификрылка, давай, лети. Этот, наверное, 100% не будет у нас титаном. Я не помню, чтобы кто-то из нас, из наших драконов, становился сразу же с первой попытки титаном. Нет. Конечно же, нет. Так, железнозуб. Ну ладно, давай прокачаем тебя чуть-чуть. Но что ты мне тут принесешь? Ну кто же сомневался, что 2 железа? Естественно, ему проще мне дать всего лишь 2 железа, чем чего-нибудь там путевое. Так, тут у нас 39 миллионов древесины он добывает. Тут у нас эти еще тут прокачиваются потихоньку, полигоньку. Но это и хорошо, ребят. Пускай. А в будущем нам они пригодятся, я больше чем уверен. Так, за рыбой. Ты, наверное, у меня тоже плетишь за рыбой. И этого отправляем за железом. Так, этого отправили за железом. Посмотрим, что у нас у Йохана есть на обмен. Это я, ребят, не буду брать. Это мне не нужно. Нет, оно нужно, но не за такую, извините меня, цену. Так, здесь мы открываем редкий пак. Шторморез, Громоль, Шепот Смерти, Кревет, Костолом Дикарь. И все. И все, в редком паке так мало наград. Вы что, серьезно? Ребят, это уже было издевательство на самом деле. Так, у нас сколько? 12 дней. Блин, 12 дней, друзья, мне нужно еще... Блин, хоть за руны покупай, а. Хоть покупай за руны, я даже не знаю. Так, ладно, давай посмотрим, что здесь нам выпадет. Угу, поехали. Шторморез, шипорез, крылатый ужас. И резьба хвост редкий, а у меня он, по-моему, есть, ребят. А, да. Ну что же, разместим его. Разместим у себя в ангаре этого резьба хвоста.
Здесь забираем 4 светлого янтаря. Так, поставить можем? Да, 2 штуки на обмен. Активировали. Так, теперь давай-ка мы, наверное, отправим нашего беззубика. Пускай он дальше ищет потихонечку. Так, отправить беззубика в приключение. Угу. Так, и знаешь, что надо нам сделать? Нам, наверное, нужно купить пак, который стоит... Вот. За 100, друзья. Покупаем. Поехали. Сумка. Это непонятно. Да ладно. Ты серьезно сейчас? Такой ерунды мне надавал. Ребят, вообще не то, что мне нужно. Ты представляешь? Обманным способом. 100 я вложил и ничего практически не получил. Красавчики. Знают, как надурить, да? Ну что же, ребята, сегодня мы должны допройти события. А тут тем более остался один день. Подожди, нет, это не то. Это у нас увлекательные заготовки через один день, 15 часов откроются. А в данный момент вот что нам нужно допройти. Парящий сюрприз. И как раз сегодня у нас подходит тот самый момент, чтобы его завершить. Так что поехали. Ага. Вот они стоят тут, роднульки. Так, опять же, 3 волны, как ты видишь. Поехали, начнем с этого. Блин, это сейчас начнет бомбить, буянить. Ну, видишь, что творит? Что вытворяет? Ну, а как ты думал? А как ты думал, как ты хотел? Так, главное не дать ему делать разбег. Оу, он огоньком неплохо, ребята, бомбит. Так, Барсик, добивай его. Что у нас тут? Нам нужно будет, наверное, хилочку сейчас врубать. Потому что Барсик в опасности. Да, Барсик? Раз, два. Теперь хиляемся. Блин, заморозка это. И они опять вдвоем ходят, да? Промахнулся. А ты кого будешь бомбить? Вот ты как. Давай тогда этого ликвидируем. Бьем сюда. Раз, два. Я смотрю, смотрю, я контролирую, ребят. Хиляемся. Ну что, остается у нас вот этот вот один дракон. Сейчас мы его тут, я думаю, быстренько запинаем. Но волна-то еще не последняя, поэтому... Ну нафига ты так сделал? Ты бы мог бы просто его бомбануть этим лучом и все. Так, а у нас тут Костолом, ужасное чудовище и Шторморез. Зря я, наверное, так делаю. А с другой стороны, что зря? Мы этого сейчас быстренько уничтожим. Он усилился, ребят. Костолом усилился. Это не очень хорошо. Кто-то меня из подписчика спрашивал: Рэй, а почему ты не используешь другие способности? Потому что, ребят, другие способности полная ерунда. Поэтому я ими и не пользуюсь. У Барсика, например, вот этот вот самый нормальный удар. Потому что вот этот накладывает отравление. И отравление наносит минимальный урон. Просто смех. А второй там он хилится и ускоряется немножко. Ну что, пак вождя крутанем. Ой, пак вождя, ё-моё, рулетка. Фига себе, я уже о паке вожде думаю. С чего-то вдруг. Так, у нас там события испытаний, что ли, да, там будет пак. 3 волны. О, он один, что ли, здесь? Нормально. Я обожаю, когда на первой волне всего лишь один дракон. Это просто топ. Так, подготовились. А здесь 2. А на последней волне, значит, 3 будет, да? Хорошо. Сделаем так. Потом укусик. Т
Так, давай сюда ударим. И через отхил. Вот таким вот образом. Ну что, косолом, все, по-моему? Не, вот сейчас попробует кого-то оглушить. О, он даже не стал этого делать. Он не стал делать разбег, друзья. Хотя энергия у него была фулка. Ну что, вот и последняя волна. И сколько здесь их? Двое. Ну, это круто. Лучше пускай, ребята, три волны, но по два, чем три волны, но по три. Тут мы с ними хотя бы быстрее будем разбираться. Так, сейчас они будут вдвоем ходить. Ну, энергию, соответственно, они не накопят здесь. Так что все будет у нас чин-чин. Так, добил. В плане, Барси... А, у тебя же, понял. Он на тебя понижение атаки повесил. Поэтому мы и не добили его. Так-то, по идее, должны были бы. Ладно, ничего страшного. Все равно этот хламон никуда от нас не денется. Ну, вот и все. Ну что, крутим колесо. И забираем опять рыбу. Рыба у нас уже в избытке, я тебе скажу. Так что забираем еще пак. Угу, отправлено на почту. Раз, два, три, четыре. Погоди-ка, а мы разве где-то фейлились? Мы разве в каком-то поединке проигрывали, друзья мои, чтобы у нас не хватило одного боя? Странно. Я лично не помню, что мы где-то проигрывали. Так, ой, зря я, наверное, начал этого бомбить. Надо было этого, наверное. Я даже не знаю, кого тут лучше. Кого надо в первую очередь. Ладно, давай этого уничтожим. И теперь все усилия бросаем на шепота. Черт. А, не, нормально. Так, ну что, вторая волна. Здесь у нас громобой плюс... Он похож на стального капкана, но это же не стальной капкан. Наверное, я надеюсь. Так. Ну что ты там хрюкала-мяукала? Опа-на. Зашибись он сделал. Он ускорил, друзья, команду свою. Но громобой, я думаю, все равно ничего не успеет сделать. Ну, такого серьезного я имею в виду. Единственное, что вот я заметил, мы его еле-еле разбираем. Это да, есть такое дело. Так, ну что, Барсик, готов? Готов. Последняя волна. Так, ну что, с душителя пойдем начинать тогда. И обязательно с него. Слушай, зря я, наверное, так сделал. Надо было хильнуться. Надо было хильнуться, потому что у нас, видишь, сколько здоровья здесь. Че-то я пожанчил. Единственное, что нам помогает, что у нас последняя, как говорится, волна. Третья. Да, за счет этого, ребят, конечно, мы сможем здесь победить. Ну давай там уже беги, разбег свой делай. Блин, как же я просчитался с этой, с энергией-то, а, друзья? Что-то я даже не понял. В тот раз подсчитывал, вроде бы все отлично. А сегодня у нас не хватает одной энергии. Для того, чтобы пройтиться... Нет, я, конечно, куплю. Но с какого перепуга вот это все происходит? Ну что вы мне тут подсунете? Опять рыбу, что ли? Блин, ребят, пойду-ка я, наверное... Рыбу-то эту потрачу. Так, давай здесь заберем награды. Серия испытаний. Так, рыба. Опять рыба. 40 железа и костолом. Костолом у нас, как ты видишь, выпадает редкий. Опа. Опачки. Ребята, три костолома у нас. Три костолома. Зал вознесения. Так, это был редкий, да? Это был редкий костолом. Вот он. Ай, красота, давай. И вот сейчас, ребята, нам хватит на пак. Погоди-ка.
Ага, тут можно либо-либо-либо, да? А, подожди. Ну да. А неуловимый портал. Вот такой вот. Ну что, ребят, возьмем здесь, наверное, да? Давай возьмем. Так, ну что, давай смотреть. Ареновский содержит новичков. Ну и выпала мне награда, ребят. Да. Что там вообще может выпасть? Блин, прикинь, 5000 вот этих получить. А мне выпал вот. Вот этот, ареновский. Не, вот этот, по-моему, содержит новичков, да. То есть ты представляешь, какой маленький шанс, чтобы тебе выпал вот этот вот премиум дракон. Там, наверное, шанс вообще, ребята, крохотулечный. Так, ну что, давай заберем тогда награду. Угу. Так, забираем здесь. Прилив сил. Ребят, следующее будет 500 конфет. У нас будет 7000. А нужно 8900. Так, теперь давай разберемся, что-то с рыбой нам надо делать. Так, ты у нас, парень, за рыбой же. Ты, он, нет, этот у нас летает за древесину. Вот этот, по-моему, за рыбу. Лети. Лети, добывай. Так, а мы забираем здесь. Еще 750 у нас. Так, 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 так. Вернись, кревет, вернись. Полетел. Лети. Отправили мы, короче, вот тоже за железом. Вот. Ну что, друзья, да, проходим события. Парящий сюрприз. То есть раз, раз, два, три. Ну да, три поединка, а энергии всего лишь две. Непорядок. Блин, тратится. Ну, придется, наверное, тратиться, друзья. А что делать? Выбора особого нет у нас. Давай, наверное, сделаем так. Я думаю, что Барсик на следующем ходу его распишет. Хотя с пониженной атакой, конечно же, нет. Ведь знает, куда бомбить, а? Как будто вот наперед увидел, да? И, ребята, понизил нам атаку. Сейчас что-нибудь сделает. Видишь, как он. Жестко бомбит, кстати. Так, ну что, здесь их трое. Ё-моё. Ну, этого трогать пока не будем. Вот тут кревет и ужасное вот это вот чудовище. Так, хильнемся. Только не усиляйся, пожалуйста. Блин, опять же, бомбим слабо, потому что пониженная атака, друзья. Ох, сейчас еще и завалят, скорее всего. Слушай, я не могу себе этого позволить, чтобы мне завалили кривоклыка. Иначе у нас еще третья волна, и как я там буду? Никак. Он что творит? Ну что же. Добиваем тогда вот этого. Залечиваем наши раны. Я думал, сейчас уничтожим, но, видишь, еще нужно будет сделать ход. Все. Третья волна. Кто там у нас? Опять это ужасное чудовище. Поехали, наверное, с него начнем. Я думаю, что не будем пока тратить хил. Вроде бы по хп. А пока нормально все у нас. Сейчас костолом вначале ударит, да? Потом барсик. Барсик бомбанет, наверное, сюда. Дальше хил врубаем. Сейчас этот что-нибудь чуданет. Мы кусанем. Так, ну что, поехали разбирать. Нормуль. Ну и все, остался лишь один костолом, ребята. А что он нам здесь сделает? Напугал.
До свидос. Так, а здесь нам выпала древесина. Ну, 187 миллионов, нормально. Так, друзья, забираем наш ареновский пак и идем драться с мини-боссом. Прогресс, как ты видишь, 79%. Так, шторморез, лавары, крылатый ужас, громорок, барс и вепрь. Ух, вперед из песней, да? Блин, нам придется все-таки тратить награду. Не награду, а руны. Так, что их трое. Ребят, три волны, и их уже здесь трое. Сразу же на старте. Ну какого фикуса вы делаете, а? Паршивцы. Причем каких сдали-то? Громобои. Блин, ужасное чудовище. Ну, видишь, что они творят. Этот еще усилился. Молодец. Просто молодцы. Тут, походу, нам придется раскошелиться. Я имею в виду по приливу сил. И этот еще усиливается. Красавцы. Просто красавцы. Что я могу еще сказать? Обалдеть. Ну, давай сюда, наверное, сделаем укус. Ох, сейчас он вжарит, ребят. Ох, сейчас он вжарит укусом своим. Смотри. И этот сейчас делает массовую атаку. Усиленную, ребята. Усиленную массовую атаку. Нормально? Вот так вот. Блин, если он укусит, я не знаю, кого он хочет кусать, но если он укусит, ребята, будет трэш. Я на барске, если что, поставил. Нам повезло, ребят. Крупно повезло. Если бы я барска не хильнул, 100% бы он завалил бы. Так, что у нас тут? Два стража, но это ерунда, ребят. Два стража, это ерунда. Единственное, конечно, что... Что... Они будут нас сейчас глушить. Один за другим. Вот это будет неприятно. Это будет неприятно. Вот прикинь, да, три груши просто, ребята, тюх, за какой-то один поединок просто слил. И причем-то вынужденная мера была, а не какая-то там прихоть. И это только вторая волна. Ёк-макарёк. Ну-ка, ну что ты делаешь? Оглушил. Ну ты-то чё там? Блин, оглушил, он пропускает у меня ход. Ну, ё-моё, сейчас кого? Теперь барсик оглушил. Так, давай вот так сделаем. Это у нас мини-босс, да, сейчас? Мини-босс будет. В конце уже будет... то есть, на следующей волне будет у нас босс. На следующей драке. Так, здесь у нас аж три водореза еще сюда воткнули. Ну, а чё, почему бы и нет, ну... Почему бы им не воткнуть сюда водореза, да? Плюс дымодышащий, ну и, соответственно, шепот. Брат шепота. Так его назовем. Брат шепота. Так, если мы сделаем... И вот тут вот через... Через масуху, ребят. Ага. Барсик, ты, главное, держись там у меня. Не раскисай. Уклонение сработало. Отлично. Так, это будет сейчас три энергии. Да, поехали сюда бомбить. Через отхил уничтожаем сородича шепота. Это музыка исчезла. Блин, ребята, вот ненавижу вот эти вот наушники. Серьезно говорю. Завтра пойду на почту, получу новые наушники. Ну, как сказать новые? Ребята, модель очень старая, если не ошибаюсь, 2005 года. Но мне они просто нравятся. У меня такие были. Вон они сзади лежат, но они, ребята, все. У них вот именно проводка, вот этот вот провод, он у них... Знаешь, раньше делали вот обычные. Это вот если в оплетке, в тканевой, то там обычно. И почему-то она загрубела и начала вот сама... Проводка, она начала крошиться. Ну, как тебе объяснить? Вот они, ребят, наушники, да? Вот они. Вот здесь вот. Вот. Начала вот ломаться. Она до того хрупкая. Ну, смотри, сколько тут изоленты. Ну, это вообще уже не в тему. Поэтому нашел только, ребят, на Авито. А такие наушники.
Конечно, они стоят недорого, но для меня они вообще топовые. Лучше, чем Ryzen, там, Arctic Steel, которые у меня лежат, там еще всякие. Мне он те именно вообще заходят на ура. Ну что, ребята, восстанавливаем одну энергию. И поехали на босса. То есть, мало того, что мне пришлось потратиться на прилив сил, на этот, потратить, да? О, а тут, кстати, две волны, ну, начинает с боссов сразу же. Так, давай-ка мы, наверное, вот этого будем сейчас нахлобучивать. Я знаю, что это самый злющий вражина, по-моему. Именно он жарит огнем. Причем довольно сильно. Так, он промахнулся. Теперь громобой. Сейчас сделаем все как надо. Но это не босс, это, ребят, предбоссы. Босс будет в конце. Так, ушатываем. Сейчас они что, вдвоем? А, нет, нет. Ну вот что ты делаешь? Зачем ты печатаешь, а? Взял, запечатал мне, блин, барсика. Так, ребят, лечимся. Лечимся и продолжаем бомбить. Сюда. Раз, два. Так, на следующем ходу, по идее, ему кранты должны быть. Окей. Вот то, что тут у нас понижение брони, конечно, для барсика это вообще не в тем, ребят. Но мы не имеем права потерять. Нам придется либо отхиливаться, либо еще что-то делать. Но не имею права, чтобы он потерялся. Иначе мы не пройдем босса последнего. Так, мне хватит еще, ребят, подлечить даже наших драконов. Ну вот и босс. Кто? Два Хоферса. Слушай, единственное, что, ребята, нас спасает, это шустрики. Нифига себе. Шустрики, блин. Эти шустрики нас сейчас тут, по-моему, разберут, блин. Это же стальной капкан. Ё-моё, ты посмотри, как впендрючивает, ребят. Ядрить тебя на корень. Ты серьезно сейчас? Давай так сделаем. Хиляемся. Кусаем. Блин, у него здоровья мало. Так, а ты куда? Он его хочет добить, а? Мне придется еще один прилив сил тратить, чтобы восстановить здоровье. Да что ты его добить-то не можешь, а? Не может он его добить. Вот сейчас мы потеряем с вами Кривоклыка. О, нет, 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 не потеряем. Давай сюда, атакуем. Хиляемся. Все, ребята, этот птенчик наш. Нифига, что у него так здоровье-то отнимается по минималке. Можно сделать, знаешь что, даже не дебаф, а слепоту. Слепоту на него повесить, и все, ребята, и он будет полностью наш. Мы сейчас, пожалуй-ка, так и сделаем. Все, птенчик доигрался. Теперь он под полным нашим контролем. Что он тут будет делать, я не знаю, но... мы его сейчас уничтожим. Так, дебафим сразу же и начинаем кусать. Добиваем, ребят. Все. Событие пройдено. Ну что, крутим колесо. Заберем, конечно же, рыбу. Конечно же. И 200 рун. Не сказать, что это супер-пупер награда, ребят. Но, тем не менее, 200 рун. Все. И ждем следующее событие, которое будет доступно у нас через один день, 14 часов. То есть это я уже буду, ребят, на выходном, на длинном выходном свой. То есть 2 дня я проработаю и потом уже будем играть. Завтра я в любом случае, хотя... нет, завтра не успеем. Потому что там сутки и еще 14 часов. Как-то так. Ну а здесь вроде бы я все сделал, всех отправил. Ну-ка, ты что у нас там? Давай, лети за древесиной. А ты за рыбой лети. Сидит он там, притулился. Расширьте академию, говорят. Хм. Никто у нас не хочет обучить. Повысите уровень драконов 15.
Хорошую награду забираем. 8800, ребят, нам нужно. 500, тут 250, это 750. И тут. Вот, ребят, как раз-то мы и наберем. Ну, здесь нужно будет еще несколько дней делать ежедневные задания. Да уж, как-то так. Ну что, дорогие друзья, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!